Фильм Райана Смита. Русская версия. Очень часто кажется, что обретение титула сделает тебя счастливым. Но ты должен быть счастлив сам по себе. Счастье наступает от того, что ты занимаешься любимым делом. Бывают моменты, когда на глаза попадаются мои фотографии с награждения, где я на втором или третьем месте. Я там раздавлен и убит. И сейчас, знаешь, оглядываясь назад, я понимаю, что мой разум был настроен неправильно. Не место на подиуме красит человека. Это просто в радость. Естественно, что ты хочешь победить, ты выходишь на ковер, чтобы выиграть. Но мне казалось, что я должен доказывать себе, что я не просто одноразовый чемпион мира. Будто я был не просто лучшим в этом году, но стал одним из лучших в своем поколении, что я мог выиграть огромное количество раз. И мне казалось, что я должен доказать это и себе, и другим. Вписать свое имя в некую иную, другую историю, которую я сам придумал. Понимаете? Это было то, о чем я размышлял больше всего на свете. Я думал об истории вместо того, чтобы быть благодарным за то, что просто имею возможность выступать на соревнованиях или сохранять незамутненный взгляд на все это вроде «Сейчас я выйду, сделаю все от меня зависящее, чему-то научусь и стану лучше». Вот как-то так, для меня это не пан либо пропал. Я уже счастлив, жизнь уже прекрасна. Этот титул ничего не меняет, люди уже знают, кто я и чего стою. Мне больше не нужно себе что-то доказывать. И с боевыми искусствами теперь все совсем иначе. Сейчас я смотрю на мир как настоящий мастер боевых искусств. Не нужно бороться ради какой-то определенной награды или что-то доказывать. Это просто то, что ты любишь делать. Когда я начал изучать джиу-джитсу, мы не знали, что будут проходить чемпионаты мира. Мы не знали, что можно стать чемпионом мира по джиу-джитсу. Первых чемпионатов еще даже не было на горизонте. Не было UFC. Всякий раз, когда я приступал к тренировкам, мой отец откладывал свои, потому что хотел сделать из нас настоящих бойцов. И вся фишка была не в том, чтобы стать бойцом или побить кого-то, выиграть медаль. У отца была просто страсть к обучению. Ну что, чудовище? Давай. Готов? Погнали. Ну, во-первых, я считаю себя пожизненным студентом боевых искусств. Лично мне не нравится, когда люди кланяются мне и называют мастером. Я надеваю штаны тем же способом, что и любой другой мужчина, и однозначно не люблю слово «мастер», особенно по отношению ко мне. Потому что я понимаю, как много, а точнее, как мало я знаю. Я начал с 9 лет, вырос на юго-западной стороне Чикаго, в зоне влияния жестокой банды, окруженной насилием на расовой почве, и начал заниматься боевыми искусствами просто из необходимости. Я практиковал почти все боевые искусства. От этого нельзя было скрыться, и я знал многих великих мастеров. Мне посчастливилось тренироваться со многими знаменитостями в сфере боевых искусств. Но я никогда не забуду, как впервые встретил братьев Мачадо, и через них познакомился с БЖЖ. Я увидел, как они двигаются. Эдакое изысканное движение джиу-джитсу, чтобы увернуться от сабмишинов. В тот самый момент я понял, что должен научиться этому. Мы знали, что партер и клинч очень важны в единоборствах. И, конечно, у нас были некоторые свои технические наработки, но они были действительно сырыми. Очень сырыми. Мой отец начал ездить из Оклахомы в Калифорнию, чтобы обучаться вместе с Грейси. В начале Академия Грейси была в Торренсе, затем туда приехал Хиксон, и отец стал тренироваться с Хиксоном. На одной из конференций для инструкторов по джиткундо оказались братья Мачадо. В то время братья Мачадо обучали Чака Норриса.
Норриса. Чак Норрис хотел, чтобы один из братьев всегда был, что называется, у него под рукой, в Техасе. И он привез Карлоса в Даллас. Самая первая школа Карлоса, насколько я помню, была на территории студии 9 канала, где они снимали крутого Уокера. Мой отец именно с этого момента начал ездить в Даллас и тренироваться у Карлоса. Безусловно, сыграл тот факт, что Даллас находился намного ближе к Оклахома-Сити, чем Калифорния. По заведенному порядку, каждое утро четверга отец ездил на индивидуальную тренировку. Сразу после у него была тренировка с утренней группой, а затем он отправлялся назад и в тот же вечер проводил занятия с нами. Он делал это каждый четверг на протяжении 3-4 лет. И я уезжал туда на неделю или больше во время весенних или рождественских каникул, стараясь научиться всему, чему только возможно, для того, чтобы уже я мог вернуться и передать эти знания отцу. Понимаете, держать его в курсе всего, что я видел, узнал, пока был в отъезде. Так мы и действовали. Если отец куда-то уезжал, то, вернувшись, передавал мне свои новоприобретенные знания, и мы обкатывали эти техники. Я со своей стороны делал то же самое. У меня были специальные тетрадки, куда я вносил все, что изучал. К началу занятий у меня всегда имелись заготовленные вопросы. Я спрашивал, получал ответы, возвращался домой, и мы отрабатывали. У нас уходило около месяца, чтобы просто поработать над всем, что было в блокнотах и тетрадках. Это было совсем не так, как если бы мы вдруг каждый день появлялись в зале рядом с чемпионом мира, обладателем черного пояса, и при этом проехав на машине всего 10 минут, в отличие от многих теперешних счастливчиков. А знаете, для того, чтобы получить ту информацию, нам пришлось многим пожертвовать. И через несколько лет, сразу после того, как мне исполнилось 21 год, я получил свой черный пояс. Мой отец получил свой пояс годом ранее, и мы стали первыми среди американцев, отцом и сыном, обладателем черных поясов в бразильском джиу-джитсу. Мой отец стал первым черным поясом в штате Оклахома, и мы двинулись дальше, чтобы творить историю вместе. And I was here about climbing over this arm like in a triangle. Yeah, because I like to go for the mounted triangle a lot of times. How do you do it without not letting... What I do is if you start to do that, I come up and I squeeze. Uh-huh. You see how I'm squeezing that elbow in. And if they throw it around, then it throws it into the triangle. But you don't... That's how I always squeeze. Для меня настоящие мастера боевых искусств — это те, кто постоянно находится в поисках новых знаний, кто всегда старается учиться, всегда видит себя учеником, хоть и является учителем. Те, кто не зацикливаются на себе, отдают и делятся всем, что узнали, всем, что они обнаружили во время своего собственного пути. Те, кто старается вернуть обратно полученное и поделиться с другим человеком. Боевые искусства дают нам более или менее план построения своей жизни. Вы узнаете, как думать, как реагировать на проблемы, с которыми вы сталкиваемся. Боевые искусства — это уже решение проблем, и вы можете применять все те же принципы в своей повседневной жизни. Мой первый контакт с Ловато случился именно тогда, когда этот чувак вывез свой первый бразильский титул на моей спине. В финале он был потрясающим. Он приехал в Бразилию, когда я еще жил там, и потом пришел на соревнования и надрал всем задницы. Да перестань. До того, как мы пообщались, я не знал, что он хороший парень. Я только видел его броски, а за год до того, как он разметал Браулио и Демиана, я думал, о боже, как я буду бороться с этим парнем. Я уже представлял, как он победно вскидывает руки вверх. А вы знаете, ребята, это здорово, что я могу привести данный случай в качестве замечательного примера. Из года в год мы соперничаем и боремся друг с другом, но у меня, опять же, нет ничего, кроме огромного уважения к этому человеку и к тому, что он делает для джиу-джитсу. Мы выступаем под разными флагами, но нас объединяет огромная вещь, которую мы любим и называем. Это джиу-джитсу. Поэтому он здесь, он замечательный друг. Я хочу поблагодарить вас, ребята, за то, что пришли, за радушный прием. И еще раз, брат, спасибо тебе за то, что приехал и поделился с нами опытом. Знаете, джиу-джитсу дает очень многое. Для меня
Я думаю, самое большое преимущество джиу-джитсу – это семья, которую ты приобретаешь. Это реально меняет жизнь, потому что там ты можешь встретить своего лучшего друга. Вы знаете, у нас были студенты, мужчина и женщина, которые встретились благодаря джиу-джитсу и стали мужем и женой. Тут невозможно быть придурком. Ты либо будешь учиться и меняться, либо ты бросишь и уйдешь, потому что не потянешь. Итак, любой, кто выдерживает испытание временем, если он еще не великий человек, то обязательно станет им. Потому что приходит смирение. Ты должен научиться преодолевать все свои личные проблемы, быть отзывчивым и открытым. Ты берешь себя и выясняешь, где мне нужно подрасти. Задача — преодолеть все это очень быстро. Я хочу особенно подчеркнуть тот факт, что это боевые искусства. Слово «искусство» — это творчество, и мы именно творчески выражаем себя посредством движения. Мы полностью контролируем то, как мы хотим двигаться, как мы хотим выглядеть, как мы хотим чувствовать. Все это исключительно в наших руках. Я думаю, что это будущее. Он будущее боевых искусств. Вот что они делают, как они двигаются, сложность движения, комплексность, эти выгибания тела. Это новое поколение бойцов. И я чувствую, что то, что я делаю, это создание нового движения. Итак, постоянное созидание и возможность выразить себя через движение — это тот самый побег от твоей повседневной жизни. Это своего рода встраиваемый отпуск без необходимости лететь куда-либо. Ты входишь в двери, и бах! Тебя поражает вся эта положительная энергетика. Кругом твои друзья, и ты чувствуешь, что все становится хорошо. Да. Как приятно находиться здесь. Ты улыбаешься, говоришь со всеми, а потом начинаешь двигаться. Рафаэлю, например, нужно постоянно видеть связь между борьбой, джиу-джитсу, ударами ногами и боксом. Во время своего боя он должен видеть, как это все объединяется в одно мгновение в единое целое. Для того, чтобы сделать то, что делает он, нужны нереальные умственные способности. И вам действительно необходимо точно понять, как именно это произойдет и в каком порядке. И это никак нельзя разделить на отдельные фрагменты и кусочки. И еще это непрерывный диалог с нами. Мне иногда становится нехорошо от того, что наши жены и подруги сидят за столом с таким видом, типа, ну ладно, что с ними поделаешь. Потому что все наши разговоры постоянно вертятся вокруг этой темы. Потому что все, о чем мы говорим, постоянно сидит в нашей голове. И этот онлайн-разговор просто реально течет в наших венах. Мы те, кто мы есть. Мастера боевых искусств до конца дней своих. Это все, чем мы когда-либо занимались. У нас нет, как мы часто говорим, другой работы. Мы не отступимся и не станем банкирами, если что-то пойдет не так. Это все, что мы делаем. Мы этим живем, мы этим дышим. Мы одержимы, мы чокнутые, и нам это нравится. Я очень рад, что оказался здесь. Когда ты по-настоящему тренируешься, то полностью погружаешься в процесс, верно? Ты думаешь только о своих движениях, о том, к чему они приведут, что соперники попытаются сделать с тобой, как ты собираешься защищаться, как ты заманишь их в свои ловушки, в свой сценарий боя. Если играешь в шахматы, ты всегда продумываешь ловушки, обманки, понимаешь? С какой стороны зайдут соперники, какие могут быть возможные реакции? Ты начинаешь просчитывать ходы на несколько шагов вперед и больше не думаешь о том, что тебе нужно делать завтра или в каком-то другом месте. Ты на 100% связан разумом и телом. Есть только твой мозг и твои движения, и все они полностью взаимодействуют. Всякий раз, когда я оказываюсь с ним на татами, я учусь у него. Где ты этому нахватался? Как ты это делаешь? И так далее. Это очень весело, особенно сам факт того, что он приходится мне сыном. Но должен сказать, несмотря на все его титулы и все его достижения на татами, что я больше всего горжусь им как человеком, как мужчиной. Он скромный, вежливый, не выпендрежник и не хвастун. Он вообще ведет себя очень сдержанно по этому поводу. Из него приходится клещами вытягивать информацию о том, что он сделал. И чем я невероятно горжусь, так это его характером и его сдержанностью. Этим я горжусь больше всего на свете. Знаешь, что я хочу олицетворять собой в клетке в мире ММА?
это образ мышления настоящего мастера боевых искусств. И именно поэтому я говорю об этом и сделал такой хэштег. Ты знаешь, что для меня на 100% таким человеком является отец. Истинный пример настоящего мастера боевых искусств. Итак, вот еще одна вещь для понимания моего жизненного пути и причина, по которой я нахожусь сегодня в клетке. Только ради него я стараюсь продолжать то, чему он научил меня. Как понимаешь, он для меня все. Мой номер один. Фильм Райана Смита. Озвучен на средства подписчиков сообщества BGG Freaks.